во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спасибо, батюшка. Вы должны понимать, что это не гарантия. Соборование может спасти ее душу, а не обязательно вывести из комы. Да мы понимаем. Понимаем. Молитесь. Угу. Ну ладно, парни, давайте. Только бы она вернулась. Я пыты брошу. Тарас, давай. Коль, может, домой? Ну куда домой? Макс, куда? Коль, я у Егора сегодня ночую. Не волнуйся за него. Спасибо. Спасибо, Тох. Вы уже неделю не спите, так ведь можно себя и угробить. Угу. Слушайте, да не дурите вы, а? Все еще может измениться, она ведь совершенно здорова. Мозг у нее работает, сердце здоровое. Почему она? Почему она все в коме? Не знаю. И никто не знает. Поймите, она там, где она сейчас, тупик, и она не знает, как из него выбраться. В вашей практике были такие случаи? В моей нет. Но в мировой медицине такие случаи были, да. Значит, кто-то же может ее спасти. Послушайте, давайте так. Я вам скажу, но только я вам ничего не говорил. Договорились? Я знаю, что в Москве есть один закрытый НИИ. Там как раз занимаются вопросами мозга. У меня там однокурсник работает. Но все это очень секретно. Выйти на них практически невозможно, только через, ну, я не знаю. Один шанс на миллион, что они вообще этим займутся. Ну, а даже если займутся, вы поймите, что никто вам гарантий никаких не даст. А я говорю, что министра придется потревожить, потому что речь идет о моей сотруднице, о ее жизни, о ее... Да, да, я про ту самую Борзову, которая поймала того самого маньяка, которого сейчас все телеканалы показывают. Я не ору! Я объясняю. В общем, запиши ты меня к нему. Я сейчас выезжаю в Москву и утром сяду возле его кабинета и не уйду, пока он меня не примет. Ты меня знаешь. Да, вот так. Зацепина. Для проведения эксперимента нам необходимо участие женщины. Нужна не просто женщина, а сотрудница, знакомая с оперативной работой, чтобы не упустить ничего важного. Я не имею права раскрывать суть нашей технологии. Да вы и не поймете. Если просто, Вероника, вы будете улавливать импульсы из головного мозга майора Борзовой, как свои.
Ее переживания, ее воспоминания, ее страхи, ее чувства будут как ваши. Ваша задача – прожить последние полгода ее жизни и найти причину комы. Ну что, вы готовы? Да, мы можем начинать. А, вот еще что. Ваше погружение в воспоминания майора Борзовой будет абсолютно реалистичным. Я поясню. В это время вы как бы будете и собой, и Алевтиной одновременно. Не пугайтесь, это не навсегда. Мы с Николаем Николаевичем будем всегда рядом. И вам поможем. А Николай Николаевич здесь при чем? Он муж Алевтины Сергеевны. Кажется, все началось на Волге. Мы приехали на пикник и... Пап! Да? Папа! Да? Я рыбу поймал. Какую? Не знаю, мелкая какая-то. Давай, показывай. Осторожно, осторожно. Ох, ничего себе. Просто... Так, спокойно, спокойно, спокойно. Кормились просто. Классно? Да, классно. Аль, смотри. Да класс вообще. Ничего, да? Угу. Проживем. Давай, сейчас я тогда рыбу сниму. Давай. А ты дуй с дровами. Ухи наварим. Ну, только клевать начал. Ну. Давайте я схожу. Только сухие знаешь, да? Да, знаю. И знаешь что, давай, ты тогда за шашлыком последи, а я сгоняю. Не-не, я все испорчу. Я тоже пошел. Давай, дуй. А что мне с рыбой-то делать? Что захочешь? Здесь кто-то есть? Вкусно. Ну как? Нормально. Нет, это не нормально. Это восхитительно. Неправильный ответ. Слушай, Егорушка. Как думаешь, может нам пожениться с Алевтиной Сергеевной? Да давно пора. Классно. Серьезно? Ну да. Ну не рано там. Да не, нормально. А это не будет твоей психологической детской травмой? Так, ну, во-первых, я уже большой. Ну, во-вторых, что затягивает-то? А действительно, что затягивает? Держи пять. Сговорили, что ли? Ешь, сдавайся. Я уж наелся, не могу больше. Так, давай вот это тоже складывай. Давай, складывай. И кетчуп убирай. Эй, держи. Угу. Коль, ага. За нами точно кто-то следит. Куда? Я сейчас. Эй! Эй, вы куда? Ну ты чего? Это лиса либо ежик? Все. Лиса курица? В смысле? Я когда с топором ходила туда, там кто-то был. Я подбежала, он убежал. И окурок дымящийся остался. Интересно, чего ж ты раньше мне об этом не говорила? Ну, потому что у тебя шашлык, а у меня топор.
Ну, покажи мне, где это место. Там. Зачем? Заберу окурок, пусть сегодня поработает. Ну, там я бросила ветки, а он прятался здесь и убежал потом. А вот здесь... Окурка нет. Странно. Ну и ладно. Подожди, странно. Ты хочешь сказать, что я совсем ку-ку, что ли? Что мне это привиделось все? Ну, просто хочу сказать, что это ежики. Какие ежики? Ты видишь, я притаптывала. Вот мой след. Ты издеваешься, что? Ты просто наших ежиков не видела. Знаешь, какие они ушлые? Так. Куля. Чего? Мне что-то плохо. Поехали домой, скорей. Иди отсюда! Быстро! И не оглядывайся! Аля, 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 Аля! Чи-чи-чи-чи! Аля, Аля, Аля! Алечка, что случилось? На работу собрался. Уезжаешь, да? Уезжаешь. У тебя сын умирает? Ну, конечно, тебе же на работу. Наташ, Наташ. Не трогай меня. Так, ну, он, ребенок плачет, дай ему грудь. У него аллергия на мое молоко. Ты слепой, да? Наташа. Ну, дай ты ему искусственное питание. Да он не ест искусственное. Ну, дай ему грудь. Хорошо. Пусть он умрет от сыпи, зато папочка у нас со спокойной совестью пойдет на работу. Наташа, у меня нет спокойной совести. Ну, я правда, я не понимаю. Тебе же врач в поликлинике сказал, ты а? Ты этого врача видел? У него целое кладбище убитых детей. Видел ее глаза? Ладно, иди. Все, бестолку. Я сегодня в школу не пойду. Ну, на пару уроков точно успеешь. А смысл? Давай без смысла, а? Папа, давай без давления. Могу хоть разок закон сочкануть? А? Ты имеешь право. Педагогично. Не педагогично, но мудро. Слушай, мудрец, тогда ты помоешь посуду и пропылесосишь. Слушай, ну вообще нехорошо пропускать занятия. Там потом наверстывать придется и... Да. Но я проявлю силу воли. Давай. А посуда? А. Снимай и в рукав. Какой приезжай, быстрее, а? Да ладно, что ты, что ж ты? Что ты, кого ты брызешь? А ты до работы доехал. О. Я не психую, я не кричу, я объясняю. Да?
Здорово. Опять карибский кризис, Наташ. Да. Уж когда закончится этот ремонт, да, уже? Когда бабки закончатся, тогда и закончится. А что, мне нравится, я как этот музей революции в Москве. Ляпота! Да. Так и что за кем? Ух ты. А, так это же за место Феди. Слышь? Ты кто? Семен. 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 Да. Точнее, сержант Петров, я здесь первый день. О! Так а Федя где? Федя в отпуску. Да нет, не рычи, нормальный хлопец, хозяйство, смотри, коврики уже чистит. Так, что начальство? Задерживается. Коль сказал, я платье должен мерить сегодня. Свадебный! Антош, я ничего не путаю, там твоя Алла говорила, что у нее был какой-то врач. Ну, детский, по кожным болезням. Ну, а что случилось? Да у Ромки сыпь какая-то. В районе прикинь, говорят, все нормально. Наташка психует. Говорит, ищи и врача своего. Ну, проверь. Ну, я позвоню, решим. Ага. Спасибо, Тух. Когда я убил первого зомби-мутанта, я испытал чувство высшей истины. Ведь убить его значило стать другим. Значило испытать то, что не могут другие. Его кровь была другой, она не была похожа на человеческую. Думаю, вам это знакомо. Ну, конечно, когда прикусил губу или еще как-нибудь, да? Разумеется. Не дергайся! Это ты мои цветы выкопал? Клянусь, не я. Колись! Нет! Точно не ты? Ну смотри, если это был ты, я тебя найду. Понял? Бабушка, там, там мертвая. Ой, может, не надо всего этого? Надо. Ну что, как дура-то, а? Все хорошо. Ты же все будут на меня смотреть. И я в этом, как кукла. Тин-тин-тин-тин. Ну, во-первых, не кукла, а куколка. Чувствуешь разницу? Нет. Нет? Аля, на выходных будет годовщина смерти Ани. Приедут ее родители. Бабушка с дедушкой Егора. Поняла, исчезну. Не, не надо никуда исчезать. Я просто хочу, чтобы знала. Все. Можно? А-а. Да, Полина Ермолаевна. Что? Где? Ничего там, не трогайте. Полина Ермолаевна, труп нашла. Туда, скорей! Да! Там она! Там! Она там! Там! Скорей! Скорее! Где труп? Слушайте, это интересно, очень интересно. Вень, ну не томи, рассказывай. Он тушил сигареты, а мертвое тело.
она уже была мертва, потому что на коже... Веня, давай без своих подробностей. Краще гляну, что тут навколо. То какие сигареты, то? Да тут все разные, на любой вкус. Сволочь. Коль, что с Рябчиной, а? А что с ней такое? Ничего, поссорились, что ли? Нет. Перенервничал по поводу платья. Понятно. Когда мы его будем брать, я его завалю. Вот Антоха психанулся. Угу. А ты чего это? Ничего. А ты чего здесь делаешь? Да у меня цветы вытоптали в палисаднике опять. А я мальца только со спины увидала, почти через забор уже махнул. Вот в такой кофте с капюшоном. А потом потопала на рынок за редиской. Смотрю, а он там. Я за ним. Стала шпионить, а он зачем-то сюда попёрся. Потом выскочил. А как ошпаренный, ну я его тут и стреножила. Да не трогал я ваши цветы. Водички не желаете? Чего вы решили, что это маньяк? А эта инсталляция с трупом, это по-вашему бытовуха? Ну, изнасилования же не было. Или было? Ну, я со всей определенностью утверждать не могу. Но не похоже, нижнее белье не тронут. Ну, а пацан этот, который нашел, он там часто крутится? Видел, чего нет? Да парнишка первый раз туда залез. Хотел видео снять крутое. Думаю, что больше там не появится. Ну, может, все-таки не серийный? Я говорю, может, просто псих разовый. Вы постарайтесь опознать убитую. Походите. Походите там по дворам, по домам, по предприятиям, в округе. Ну, что я вам объясняю? Сами все понимаете. Действуйте. Борзова, сдержись. Ну, ты сама-то как? Докладывай сразу же, если что-то новое, в любое время суток. Сразу. Потому что вот это у нас сейчас и будет самое главное. Все остальное на второй план уйдет. Да не, ерунда это все. Ничего мы тут не насидим. Чего ему сюда вертаться? Они почти всегда возвращаются на место преступления. Или на могилу. Это по теории, а на практике нет. Ну ты сам подумай. Труп забрали. Какие ему тут достопримечательности? Слушай, ты что там маячишь? Ты что орешь? Возьми свое пиво. Пей молча. Слушай, ладно бы это было нормальное пиво, а то так себе. Хуже кваса, у меня сейчас изжога начнется. Свалим оттуда, сказал. Вот, ты нервный стал. Я тебе говорю, давай возьмем нормального пива для натуральности. Тарас! Не соблазняй.
Сказали, без дури, значит, без дури. Борзова узнает, мало не покажется. Ты не Борзовой, ты Алки своей боишься. Да пошел ты! Я вот смотрю на вас, и диву даюсь. Какие-то вы все ненатуральные стали. Макс бешеный, Коля психованный. Ты вон даже пиво очкуешь выпить. Можешь не орать? Поприжали вас ваши бабы. А я тебе так скажу. Один только я, Сокол, остался. Да. Тихо. Че тихо? Там какой-то шныр в дыру полез. Смотри, слева. Где? Башку не верти. Ты можешь боковым зрением смотреть? Я тебе что, жаба болотная? Ага. Боковым зрением. Я только могу прямо смотреть. Короче, я за ним, ты в обход. Давай. Алло. Да, я, мать вашу, когда вам велел швеллера отгрузить? 18-го. Ну а нынче, блин, какое? Ты мне, Остапов, дурочку-то не пари. Я из этих швеллеров всю бригаду премии лишу, да? Так и знай. У нас план горит из-за этих швеллеров, а ты мне про кран какой-то. И да, давай, давай, ну, сделай что-нибудь, организуй, чтоб к вечеру сегодня все отгрузили, давай. Ни хрена мы коммунизм не построим, дорогие товарищи. Мишка, организуй мне чайку, умаялся я что-то. С лимончиком? Ты кто? Я? Ниночка. А ты кто? Стоять! Ты что, прибил его, Тарас? Да я его взагалі не чупав, я споткнулся и напоровся. Ты дурь свою дозировать можешь? Алевтина Сергеевна, здесь нужен специалист по серийным. Лучше из Москвы, там лучше. Ну, у нас, конечно, есть, но сам немного чокнутый. Я просто в этом не очень понимаю. Ну вот зачем он тушил окурки, а мертвое тело? На окурках должны быть отпечатки. Да есть. Есть следы засохшей слюны и помады. Помады? Помада, Алевтина Сергеевна, помады. Ну что, красит губы? А вы считаете это самым странным после всего того, что он сделал? Позвони мне сразу, как будут готовы результаты экспертизы. Специалиста вызывать рано. Первое убийство. У нас еще нет серии. Боюсь, будет, Алевтина Сергеевна. Я на связи. Алевтина Сергеевна! Ой, аккуратно, аккуратно все. Перестаньте. А что я на земле делаю? Да вы из машины вышли и вдруг упали. А я вас сюда на газон принес. А долго я лежала? Да нет, минутку всего. Не волнуйтесь. Ай, аккуратнее. Аль, водица. Что случилось? Я рука. Давай. Вставай. Вставай, вставай, вставай. Мы из окна смотрим, а вы тут. Так, нормально все. Давайте, я концерт не будем устраивать. Угу. Пойдемте. Смотри на меня. Так, пойдем. Пойдем. На руку. Нет. Говори. Немедленно требую врача. О, СМН, здоровенькі були? Здоровенькі. Матвей Иванович Люськин, значит. И что? Что вы делали на территории заброшенного завода Люськин?
Просто. Ты там не просто. Я там шизу гонял, Люськин. Ты в директоре играл, дружок. И что? Нельзя, что ли? Я там что, воровал, что ли, чего? Или еще чего? Играл, да. Угу. Что, за это людей, что ли, сразу бить? Да никто тебя не бил. Сам налетел на сотрудника полиции. Ему же теперь медицинская помощь понадобится. Мы разберемся. Так значит, вы там играли? И что такого? А вы постоянно там играете? Иногда. А вчера? Играли? Нет. А вы только в директора играете? Или у вас много разных игр? Чего вы меня дураком-то выставляете? Ну, играл в директора со завода. И что тут такого-то? Вчера там кто-то играл в Ника и убил девушку. Вы что ж думаете? Я что? Ну, нужно меня задержать. Возьму отпечатки пальцев, образцы ткани для экспертизы. Если вы хотите сделать признательное заявление, сейчас самое время. Да ни в чем я признаваться не буду. А вы вообще беспредельщики. Бьете теперь вот в маньяки и записываете. Я требую прокурора. Ищем уж камеру. Князева Лариса Олеговна, 21 год. Пропала вчера. Вернулся из института. Телефон у меня зоны. Он подруга по общежитию заявление написала. Иван Силантьевич. Вот, кажется, наша. Вам плохо? В скорую, срочно! Иван Силантьевич. Ты борзого и навела, Шухин. Ой, вы молчите. Вам сейчас вредно разговаривать. Таблетку забыла выпить. Ерунда. Капельницу прокапают. К утру огурцом буду. Все будет хорошо. Ага. Мы с вами. Жалко генерала. Все болезни от нервов. А стресс надо снимать. Так может, снимем стресс, а? Тарас, завязывай. Так, ребята, давайте-ка по домам. Я не поняла, если честно, с Пыровым. А чего ты не поняла? Понимаешь, ему плохо стало, когда он увидел имя, фамилию девушки. Я не знаю, может, совпало, конечно, но мне кажется, что он ее знает. Конечно, совпало. Если бы он знал эту девушку, он бы тебе сказал про нее, когда ему стало легче. О чем вы говорили около машины? Он так бодрился, а в глазах ужас. Что тебе все мерещится, а? Он что-то скрывает. Тебе все мерещится. Ты очень устала. Тебе кажется то, чего нет на самом деле. Только решили пожениться, ты стала какая-то психона. Люди тебе кажутся в лесу. В обморок решила упасть. Я знаю, что нужно делать. Например? Ну, например, в отпуск сходить. Класс. Да. Отличная идея. Давайте все пойдем в отпуск. Кто психа будет ловить? Это да, без тебя мы никуда не денемся. Получается так? Так отставить, а то мы опять поругаемся. Так, женщина, слушай меня внимательно. Сегодня ты должна выспаться. Хорошо, не сегодня. С завтрашнего дня начинаем высыпаться. Договорились? Слушаюсь. Привет. Привет. Давай, уже три раза разгревала. Руки мой за стол. А, слушай, я что-то это... Не хочу ничего. Здрасте.
Здравствуйте. Я целый день плиты готовлю. Что-то стараюсь, делаю, Антон. Для тебя. А у меня, между прочим, выходной. Алла, ну правда, ну, умотался на работе. Чего вы сегодня был день? Ног не чувствую. Кто у тебя? Чего? Кто она? Накормила уже, да? Ног не чувствуешь. И все остальное такое, да? Ты что ты кипишуешь-то? Ну правда. Сейчас. Я посплю немножко и потом ночью проснусь похонячу. Какие ж у тебя глаза? Честные-честные. Вот ты, наверное, ей так же, как и мне, в глаза смотришь и врешь. Все. Я спать. Деспот. Уходи отсюда! Быстро! И не оглядывайся! Тише, 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 тише. Аля, 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 Аля. Тише, 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 тише. Малыш, малыш, Аля. Мне мама рассказывала, я тогда заболела сильно и пролежала в бреду несколько дней. А потом она мне про этого страшного человека. Потом еще раз. Он мне несколько раз снился. Потом в лесу с окурком эта история. Может, не было никого? Да был. Я его почувствовала. Я еще во взрослой жизни его несколько раз, как бы тебе сказать, чувствовала. Просто очень впечатлительно. Ты к врачу обращалась? К психиатру? Надо будет. Когда у нас будет ежегодная комиссия, обращусь. А если в частном порядке? Давай мы сначала его найдем. А потом все остальное. Я к Пырову поеду. А мне что делать? А вам, капитан, нужно допросить подругу Князевой. Она наверняка уже здесь. И вчерашнего Люськина. Он псих. Да, но на маньяка он не похож. Он часто там ошивается, может, кто-то видел. Ясно? Слушайте. Ну, они мне говорят. Здорово, мужики. Приедет, не, с ними осторожно. Здорово. Здравствуйте. Ну чего? Где она? Кто? Свидетельница. Студентка трубку не берет. А ты вчера ей звонил? Да. Договорился, вызвал, сказал, что придет. Привела много. Я говорю, ну что ты ревешь? Может, не твоя подружка? Надо еще познать. А шеф трубку не берет. Макс. Да. Слушайте, вы тогда давайте в общагу, а мы с Тарасом Люськина допросим. Мало ли, может, действительно что видел. А теперь ты у нас главный, да? Как тебе обращаться? Капитан Борзов? Макс, ты что, не нагоняй. Ну, хочешь, ты иди к Люськину, я в общагу поеду. В чем проблема-то? Проблема в том, что указания дает начальник. Начальник у Пырова в больнице. Если тебе что-то непонятно, ты звонишь, и тебе говорят, что и как делать. Понятно? Макс, ну зачем ты? Ничего зачем, я не прав, что ли? А все потому, что коллектив зараз не коллектив. Де спільне черкування алкогольными напоями? Тарас, ну хватит уже, говори по-русски, ну, достал. Пойду я краще. Люськина я же допрошу, пока Микола не размотал. Сидите тут, собачитесь, оно мне не надо. Есть сигарета? Есть сигарета? Нет, не курю, товарищ капитан. Сгонять? Не, не надо. Сам не курю. Ты откуда?
Местный я. Сормовский. С торфа поселка. Однушку дали после детдома. Дедомовский? Да, товарищ капитан. Ну, держись, брат. Держись, брат. Вот что ты там придурился? Только честно скажи, без протокола. Да ничего я не придурился. Я там жил. В прошлом. В воспоминаниях. Ну, в те времена, когда все иначе было. Что ты брешешь? В каком прошлом? Не был ты никогда директором. Ты был водителем, Люськин. А значит, сдвиг по фазе у тебя имеется. Да, я был водителем персональным директора. Сидел в уголку, никому не мешал, слушал, научался. В то время как остальные персональщики там во дворе анекдоты травят, семечки колбуз. Как-то я сидел тихонько, слушал. Научался. Директор ты наш мне помогал, говорит, вот это, Матвейка, давай вечернюю школу закончишь, я тебе помогу в институт заочный поступить. Мастером станешь, потом завгаром, потом замом, говорит, к себе возьму. А потом поглядишь и это... В мое кресло сядешь. Преемник, кроме тебя, не вижу. Потом. Раз и это. Горбачев. Перестройка и все остальное. Так что я не придуриваюсь. Я тут на своем месте, только в мечтах. Ты что ж получается, брат, ты даже и вечерки не закончил? Не закончил. В смысле? Ты вот знаешь, что... Матвей, скажи мне, только крепко, хорошо подумай. Никого, ничего ты там не видел, а то мы одного злодея ищем. А зацепки на него пока никакой нет. Не видел. Нет, ты сейчас хорошо подумай. Сосредоточься. Да думал я уже. Никого я там не видел из людей. Ну, машина какая-то одна. Стояла два раза, видел ее. Я еще думаю... Что она тут делает? Там нет ничего. А какая машина? Серая девятка. Номеров я не помню. Вот. Она боком стояла, я просто это... мимо проходил, и все. Может быть, какие-то приметы у нее были? Там, ну, спойлер или брызговики там какие-то цветные, там красные, может быть, ну... Слушай, там... Царапина была. Ну, такая через всю бочину с водительской стороны. Я проходил и видел, а так я больше я ничего не помню, извиняй. Здравствуйте.
трубку. Здравствуйте, молодой человек. Вы не подскажете, где у вас тут палата номер 6? А ты чего это, Борзова, шастаешь мне не следует в служебное это время? Как вы себя чувствуете? Нормально, нормально. Вот гостиница вам принесла. Ну вот еще, тут все есть. Ну все, да не все. Вот смотрите-ка, у меня тут от Ермолаевны. Вареница саморучно сделанная, крыжовенная. Ну спасибо, коли саморучная. Я все равно сбегу вечером. Хорош уже тут дурака валять. Врач сказал, что он настаивает на комплексном обследовании. Ну, обследуешь потом. Ладно, хорош лирики, докладывай, что там у тебя новенького. Я думала, это вы хотите мне что-то сказать. На процедуры, да? Все, я на процедуры. Иван Силанович. Иван Силанович, ну как маленький, я же все равно все узнаю. Не дай бог тебе, Борзова. Все узнай, что я знаю. Все, свободно. Я сказала, не пущу. И вы не понимаете, что ли? Давайте руки в брюки и... Да крутите педали, пока не огрел чем-нибудь по бокам-то. А че не так-то, милая? Милая? Я тебе не милая, козлина. Милый он тут ищет. Че ты ржешь-то? Давайте, я вам сказала, давайте. Да не злите вы меня, не в настроении я сегодня. Мы вообще-то по делу. Ага, по делу, конечно. Зеляги деловые, все сюда по делу ходят, женское общежитие-то. Особенно вот, вот такие вот, с бегающими глазками-то. Все, я сказала, надоели вы мне. Сейчас, ментов вызываю. Ментов? Да. Узрела? Ты давай побалакаем про бегающие глазки. Господи, ну а за что ее, а? А вы ничего не заметили такого, ну, подозрительного в последнее время, а? Да нет. Тихо у нас. Да чё ж это, я ж за порядком слежу. Да и сама я здесь в общежитии, тут и живу. Да держу я их крепко, не забалуешь у меня. Хотя лезут, конечно, как тараканы из всех щелей. Курсанты там, да и, ну, вообще. Ну, ясное дело, вообще это женская. Это вещи Князевой? Это, да. А где Обухова? А и правда. А где Обухова-то? Стоп. Она же сегодня с утра с сумкой уходила. Точно. Я же еще ей кричу. Надюх, ты куда со сранья самого с такой сумищей-то? А она говорит, подружке, ну вот к местной, бегай постирать перед занятиями. А зачем? У нас своя машинка есть стиральная. Ну, в подвале. Правда, она сломалась. Стоп. Домой она поехала, а не стираться. Точно. Она ж в среду все перестирала. Домой поехала, в Березовку. Потому как сапоги на ней резиновые были. В Березовке она. Точно, точно, дома. Вот ты лапа. А тебе примеры настоящей дедукции. Учись. Вы нам очень помогли. Спасибо. Катюш. Катюш.